Все, поехали, запустили мотор! Нам удалось разобрать где-то уже порядка 45% завалов, которые образовались в результате взрыва. Работы продолжаем. Хотелось бы работать быстрее, но мы минимализируем работу крупной техники. То есть мы берем по кускам все обломки, спускаем их на землю. Это делается для того, чтобы нанести минимальный вред, возможно, тем людям, которые еще живы и находятся под обломками. І ми маємо зробити все, щоб зупинити расизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм. Я дякую усім, хто нам у цьому допомагає.